по приказу полевого командира по прозвищу Батя, я должна была возить также инсулин на город и медикаменты. Вот. И выдавать медикаменты не только гражданам, проживающим в городе Краматорск, но и военным, которые были в городе. Мне позвонили из Донецка и сказали, что я должна выполнять их поручение по сбору информации, передаче им по движению украинской армии, техники. Я периодически выполняла их поручения, но в основном передавала, если я находилась на работе, но из разговоров жителей Краматорска черпала информацию и передавала для звона, что я выполнила их приказ. Какого рода информация была? Передвижение военной техники или автобусов, машины с военными. Морально устала находиться в постоянном страхе. Я была задержана дома группой военных из ГУ. Я раскаялась, что я сотрудничала с террористами или в какой-то мере помогала им. У меня большая вот просьба всем жителям Украины и городам, которые не подконтрольны Украине, которые идут на поводу у террористов, на сотрудничество вольное или невольное. Не повторяйте, пожалуйста, мою ошибку, потому что, помогая им, вы рушите жизнь свою и своих близких, в чем я убедилась. И о содеянном очень сожалею и раскаиваюсь. Если был бы второй шанс, можно было отмотать жизнь в обратном порядке, я бы, может, уже смогла бы ничего, а не пошла на просьбы людей, просто не имела бы никакого, никакой связи.